Сегодня 27 июня. Целый день облачно. С утра даже была гроза. Но ни капли дождя не упало. С моря дует легкий ветерок. Температура воздуха градусов 27, наверное. В общем, не сильно жарко. Солнце не палит. Над Турцией у нас ясное небо. А над Сочи вот такое вот облачко. Кажется, что будет дождь, но пару капелек, я думаю, упадет, не больше. Похоже, он весь пройдет где-то в Дагомысе. Люди купаются, народу не так много. Обратите внимание, прокатного пункта сегодня нету. Не погода, так сказать. В общем, ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал. Оставляйте лайки, комментарии. Спрашивайте какие-то вопросы, которые вас интересуют. Берите в прокат самокаты. Снимайте жилье. Есть все. Все, что угодно. На любой вопрос я постараюсь вам дать ответ. Куда пойти? Где погулять? Что есть? Как пить? Вот такие вот дела. Всем пока!